Ну, тяжелый матч. Тяжелый матч, и такой нерв борьбы, он достаточно высокий, потому что, еще раз говорю, что одна команда борется за выживание внизу, да, другая команда борется за продвижение в таблице вверх-вперед, поэтому, естественно, все команды хотели победить, и была бескомпромиссная борьба. Поэтому я поздравил ребят с победой. Тяжелый, бескомпромиссный матч, но самое главное, что мы одержали в ней победу. Еще раз говорю, что она тяжелая, непростая, тем более все прекрасно понимают, когда Оренбург играет дома, да, на своем поле. Поэтому мы довольны сегодня. Да, ваш вопрос. Бутраков сегодня забил гол, хороший первый в своей карьере, соответственно. Есть ли у него шанс остаться в следующем матче в основном составе, когда Кипука сможет играть? Вы знаете, давайте мы еще раз говорим о том, что да, Леша очень хороший матч провел. Уже полноценный, так скажем, да, второй полноценный матч сезона, и выполнил большой объем работы и результативное действие сделал. Посмотрим, потому что неделя впереди, надо сейчас понять, как мы к ней подойдем к следующему матчу, кто будет здоров, были ли или не были повреждения у ребят, да, после матча сегодняшнего. А так, еще раз говорю, сейчас здоровая, хорошая конкуренция, и каждый борется за место в составе. Абонементов у нас ни у кого нет, вот это самое главное, да, поэтому надо работать, биться, приносить пользу команде и давать результат. Да, Макс немножко почувствовал болевые ощущения, поэтому приняли решение, что не рисковать, и как раз вышел свежий Самошников, и получилось, в принципе, удачно, его выход он усилил, еще, так скажем, еще лучше стал на правом фланге и на мяче, и без мяча. Спасибо. Да, Саша. Еще все-таки продолжение к вашему ответу на мой вопрос. Ваши коллеги, там, Динамо, в том числе в Краснодаре, когда их спрашивают там, о местах, там, ну, мы помним, как Ричка сказал, что мы уже не боремся за чемпионство, то же самое сказал Мусаев после прошлого матча. Вы сказали, что боретесь за победу в каждом матче, но все-таки ставите ли задачу зацепиться за тройку, да? Конечно, ставим. И еще раз говорю, пока есть шансы и математические, и реальные, надо биться. У нас два матча, надо решить. Самое главное, сами, чтобы мы сами правильно отнеслись к этим играм. И дальше уже, как говорится, подытожим в конце сезона.